Завершился самый значимый и масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2020», проходивший с 24 по 28 августа. Он проходил впервые в дистанционном формате. В нем приняли участие 3607 резидентов и более 65 тысяч зрителей из 82 регионов России. В этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46 миллионов рублей. Молодежь Республики Татарстан выиграла 12 грантов на общую сумму более 4 миллионов рублей. В числе победителей представители Казанского федерального университета. Грант в размере 200 тысяч рублей получил проект «Like a Donor 2.0» начальника отдела по работе с общественными организациями Институтом кураторства Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Гульнас Мардановой. 2.0 не просто так, потому что в прошлом году мы уже получили грантовую поддержку Росмолодежи на реализацию проекта просто «Like a Donor». Из названия уже понятно, что проект связан с донорством, конкретно направлен на популяризацию добровольного донорства в студенческой среде, в том числе на популяризацию повторного, вторичного донорства, потому что часто бывает так, во время проведения донорских акций мы с этим сталкиваемся, что у студентов есть желание сдать кровь, они вот разово сдают кровь и забывают об этом. Хотя донорство на самом деле важно, чтобы в этом деле была стабильность, чтобы в этом деле была регулярность, и это очень важно. Мы доносим информацию до студентов и об этом. В прошлом году проект стартовал очень успешно и планируется реализовывать его каждый год в разных форматах. Например, в этом году добавилась съемка видеороликов о донорстве. Еще один интересный аспект нашего проекта, он связан с названием «Like a Donor». Почему такое название? Во-первых, мы ставим лайк донору, да, одобряем его желание помочь другим, сдать кровь. С другой стороны, «Like a Donor» как донор, да, то есть мы рассказываем о том, что донор должен вести здоровый образ жизни и как бы стремиться быть как донор, это значит стремиться следить за своим здоровьем, стремиться вести здоровый образ жизни. То есть таким образом у нас еще определенный блок, связанный с популяризацией здорового образа жизни среди студентов. Мы проводим там зарядки со звездой, зарядки с нашими студентами-спортсменами, да, активистами, рассказываем об этом направлении. То есть такой комплексный проект получается. Грант на сумму 124 тысячи рублей на реализацию проекта «Точка роста. Агромастерская» получил выпускник Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, специалист по работе с молодежью молодежного центра «Орион» города Набережные Челны Басир Ганеев. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.